Продолжаем программу «90 лет. Рука об руку с основным производством». Служба сбыта по ОММК отмечает 90-летие. Несмотря на солидный возраст, эта структура металлургического комбината – одна из самых креативных и развивающихся. Накануне во Дворце культуры Орджоникидзе состоялся юбилейный вечер. Побывала на нем и наша съемочная группа. Они создают имидж всего металлургического комбината, находя пути решения самых сложных задач. Отдел сбыта прошел солидный путь на этапах своего становления. Был и управлением, и дирекцией. Вот только сути своей, как и отношение к делу, не менял. Служба сбыта – это люди, которые преданы своему делу, и которые очень сильно переживают за все, что происходит на комбинате и то, что происходит в нашем городе. От их работы зависит загрузка агрегатов, прибыль комбината, какие инвестиционные проекты будут внедряться на производстве, от экологических до социальных. А главное, как специалисты отдела представят продукцию, которую произвели металлурги ММК. Вы наши глаза, уши, улыбка, интерфейс, душа. Магнитогорского медкомбината там, в бизнесе наших клиентов. Поэтому я очень рад, что на самом деле, несмотря на то, что вам 90, вы все молодые, красивые, амбициозные и креативные. Именно эти состояния позволяют ММК быть всем тем же набором, который я сейчас сказал, развиваться и уверенно смотреть в будущее. С уверенностью, невзирая на сложное время, глядели в будущее и те, кому выпала доля работать в отделе сбыта в период перехода на рыночные отношения. Ветераны производства – гордость структуры. Было время сложное, да. Такой программы не было. Вот сейчас облегчили. Ну, не сейчас, вот как в свое время Oracle ввели. Потом еще какие-то программы. Все делалось вручную. Это все кипами. Первое время вообще на печатной машинке печатали мы. Отвозили пачками в цех, с цеха на железнодорожную станцию. Сейчас все в электронном виде, столько много служб. Одной кнопочкой заводятся заказы. Поэтому очень легче в том смысле физически, а принять заказы, с клиентом поработать. Клиент всегда прав. Сегодня в коммерческой службе ММК работает более 150 человек. Функции выполняют разные – от экспорта продукции до урегулирования спорных моментов с клиентами. Задача сбыта – отгрузить металлопродукцию качественную. Иногда, к сожалению, получается так, что она не очень качественная. Тогда подключается наша служба, которая занимается именно разрешением проблемы, которая возникла у клиента. За отличную работу и успехи в труде лучших сотрудников компании наградили первые лица города и представители ПАО ММК. Елена Старостина, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.